В России активно развивается деловой туризм. Как раз по мнению участников форума, Сочи в этом отношении стал безусловным лидером. Вся инфраструктура города, в частности наличие новых отелей и прочих объектов, позволяет принимать массу мероприятий. Тем не менее, отрасль еще нуждается в помощи. Об этом на форуме заявил депутат Государственной Думы Сергей Кривоносов. Туристско-рекреационный комплекс и санаторно-курортный работают отдельно. Они подчиняются разным министерствам. Но задачи и проблемы у них очень похожи. С моей точки зрения, назрела необходимость объединить эти два комплекса в понятие «индустрия туризма Российской Федерации», которая должна идти сообща решать проблемы. Я буду предлагать это президиуму Госсовета. Это первый так называемый МАИС-форум, посвященный именно развитию делового туризма, который проводится в Сочи. Моя презентация называется «Сочи больше, чем МАИС», потому что помимо того, что здесь можно провести мероприятия хорошо, замечательно, там провести как-то активно, спортивно, скажем так, день, можно увести отсюда потрясающие эмоции, потому что Сочи – это уникальный город с потрясающей энергетикой. В течение нескольких дней специалисты по организации делового туризма ознакомятся со множеством городских фестивальных и бизнес-площадок. От презентации их возможностей зависит, примут ли сочинские отели и курортные комплексы в ближайшее время еще сотню других корпоративных мероприятий.